А в Костанайской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков. Для задержания преступной группы была разработана и проведена спецоперация. 11 человек одновременно арестовали в разных местах города. Все они занимались распространением запрещенных веществ на территории региона. Во время обысков правоохранители изъяли больше 58 килограммов марихуаны. Стоимость такой крупной партии на черном рынке превышает 9 миллионов тенге. Наркотики задержанные хранили в арендованном гараже. Там же шла расфасовка для дальнейшей реализации. Самому младшему преступнику 22 года, а самому старшему 54 года. В настоящее время 5 человек водворены в ВВС. В отношении остальных принята мера подписка о невыезде. Проводятся дальнейшие следственные действия.